первую очередь индивидуальная ошибка, конечно, никого там обвинять не будем. Немножко давление оказалось большое, где-то не хватило терпения. Хотя, в принципе, по игре очень здорово. Первая игра, которую отыграли в обороне, как хотели примерно. Будем радоваться тому, что есть пока. Завтра последняя игра на турнире для всех команд, собственно, будет уже. Какие ожидания на этот матч? Ну, в первую очередь будем плясать от своей игры, в первую очередь будем смотреть на себя. Попробуем сыграть на 100%, сколько можно. В целом, если говорить по сегодняшнему матчу, именно действиями хоккеистов, если не считать, может быть, каких-то отдельных ошибок, насколько тренерский штаб доволен? Ну, можно сказать, что довольно, да. Что требовали в большинстве моментов, все выполнялось. Без ошибок хоккей будет смотреть неинтересно, так что, в принципе, игрой довольны. Ну, видимо, сразу видно, что обе команды уже устали. Конец турнира. Играли все от обороны. Ну, и счет поэтому 1-1 у нас. То, что на групповом этапе в матче у Витязя получились напряженными, часто за пределами основного времени, сейчас в этом матче помогло? Видимо, помогло, потому что по буллитам мы, видите, уже забили 2 из 5. В целом, игроки нервничали, когда буллитная серия была, или, опять же, на той волне, с той привычкой, с группового этапа вышли как бы нормально? Нет, нормально уже. Все спокойно, все вышли, отработали, закончили игру.